что-то грамущие рыбы. Только что видела черепах, уже не видно. А, вот она, но она под водой. Нормально, лови. А давай пойдем ближе. Обойдем это туда. К водопадику. Хорошо, идем. Я хотела черепах только еще снять. Тут их две было большущих, но они занырнули. Вон они там. Их трое и все под водой. Ладно. А, вот тут скоро а его не видно на камере. Он слился с водой. А вот те цветные, но они далеко. Такие желтые, да, вообще нереальный цвет. Красиво тут. Ой, водопадик, пойду гляну. Красота. Черепаха. А тут черепаха прямо под эту заплыла. Красиво очень. Очень-очень красиво. Мне нравится. Классно, что мы зашли в этот парк. Много беседы. Это интересно, что. Смотрите, оказывается, это все, это когда-то была деревня. Это была деревня, и в 1980-х годах из нее сделали вновь парк. Какая красота. Я иду, иду, иду. Короче, вот класс. И написано, что в сердце Цзуньвана, это район, где мы сейчас находимся, сохранили вот эту деревню. Смотри, какое количество. Ого, и такие классные. Так, сейчас надо видео выключить, наделать что. Гигантус, гигантус. Я на видео его снимаю. Погоди, я тебе сейчас тут рядом. А где? Что, внутри, в камнях эти. А, да, в камнях. А вот подплывает. Такие они огромные. Никто их не повылавливал, он и сожрал, да? Вот как бы не думаю, что черепа. Он еще маленький, а тут именно много черепах в этом пруду, он приползло. Ой, рыбонька. А рыбка только одна выплыла. Черепаха много. Они листик между собой сделали. Плавает прям листик. Листик или это кость какая-то? Это кость. Уже три приплыло. Это ребро. Они каждый пытается его открыть, но не получается. Так они очень хищные даже. Ага.
Ну, я залипла с черепахами здесь. Опять решили погрызть. Да нет, а там уже ничего, все съели до вас. У меня такое впечатление, что они как бы по чуть-чуть ее все-таки догрызают. Как красиво, да? Очень приятный парк. Вон там совещание. А на камеру не будет видно. Да, там вообще 4 собралось. И вот тут одна. Вода блестит, ничего не видно. А эти релакснули, релакснули две происходит. Чего одна за другой гоняется? А я просто следила, почему одна за другой гоняет. Мне непонятно было. Вот еще одна. Ну, так как светит солнце, то плохо видно. Где водопадик? Где водопадик? Везде китайские розы. Ага. Вон, смотри, видишь? Опа. Они отдыхают. Вот так вот высунули и сидят. Ага. А вон маленькая, смотри. Она здоровая. Она не маленькая, она просто вертикальная. Джакузи себе устроили, да, такую. Там плавать надо, здесь стоят, вода вокруг течет. Идем посмотрим, ну, что в этом здании. Там еще одно, видишь, что это творит. Тут много. А, ползет тоже. Просто ползет. О, о, все, там уже туда выползло. Опа, опа. Лап. Рафтинг устроила, смотри, черепаха рафтинг. Смотрите, какие большущие, жирные плавают, и никто их не словил и не захавал. Тут только что сера большая такая проплывала, такая громущая. Килограмма на 3, наверное, каждая рыбина, если не больше. Вот, вот она плывет, плывет. Смотрите, какой бетон. Просто целый кит. Килограмм 7, наверное. Карасик такой, или короб. Карп. Как называется? Карп, наверное, да? Короче, никто его не словил и не захавал. Просто плавают рыбки такие посредине парка. Черепах, кстати, китайцы тоже едят, но вот они тут все живы-здоровы. У нас даже лебедей сожрали. Они, наверное, знаешь что? Они думают, что мы их будем кормить. Хотя здесь везде написано, нет, не кормить, не рыб. Не... Кормят их иногда, а, правда? Ну да, наверное, они увидели людей и думают, ой, сейчас нам дадут хавать. Но облом. Мы штраф не хотим, поэтому мы вам ничего не дадим. Смотри,
Золотые приходят. Под каким наклоном лучше снимать, чтобы было их видно? Ну тут вообще гигантус. Да, они к нам вот сейчас все сосредоточились, явно ждут, что мы им дадим еды. Но здесь написано предупреждение, чтобы рыб не кормить. Они не так жирны. А вот этот мраморный карпик, какой красавец белый. Я могу тут, наверное, на час залипнуть. О, крыса! Да, тут навал. Крыса! Там везде таблички, что яд разбросан. Я только что видела крысу, и она пробежала мимо этих черепах и спряталась. Офигеть! Живая такая была, не знаю, успела на что-то попасть. Все посты еще под стенкой, они все повылазили на дух, не зреют. Ага, их очень много. Я тут могу еще долго постоять. Я не могу отойти. Так люблю животных. Ну как животных? Рептилии, наверное. На рыбах могла бы часами смотреть. Здесь я плыву, что-то сталкиваюсь, расплываются. Какие-то у них планы. Подпись покрутила. Да, там.